Доброе утро всем! Сейчас я приглашаю вас приготовить вместе со мной очень вкусный завтрак – овсяные оладушки. Эти оладушки всегда получаются очень вкусными. Для приготовления овсяных оладий мне нужны овсяные хлопья. Я использую цельные хлопья, можно также взять дробленые. И куриный бульон. Вместо куриного бульона вы также можете использовать обычную горячую воду и добавить или куриный кубик сюда добавить, сухой бульон, или мы потом будем добавлять еще специи. Но с куриным бульоном получаются они намного вкуснее. Бульон у меня был замороженный, и я его подогрела в микроволновке. Он очень горячий, почти до кипения. Накрываем крышкой. И удаляемся из кухни, можно на 15-20 минут. Занимаемся дальнейшими приготовлениями и сборами детей в школу, себя на работу. Овсянка должна впитать всю воду или бульон, который вы добавили. Если овсянка у вас не впитывает полностью или осталась здесь влага, поставьте секунд на 30-40 в микроволновку. Сейчас мы будем добавлять сюда остальные ингредиенты. Морковь свежая, лук. Кукурузный крахмал, одно яйцо, немного соли. Соль добавляйте по вкусу в зависимости от того, что вы добавляете. Куриный бульон у вас подсоленный или нет, или куриный кубик. И добавляю специю для курицы. Если у вас специальной специи для курицы нет, можно добавить сюда любые специи по вашему вкусу. Наше овсяное тесто готово, и мы идем к плите, начинаем жарить оладьи. На разогретую сковороду я добавила растительное масло и добавляю небольшой кусочек топленого масла. Топленое сливочное масло придаст такой, очень такой домашний вкус, ореховый. Разогреваем сковороду, переводим огонь на средний и начинаем выкладывать оладьи. Переводим огонь на 4 из 10 и готовим примерно 1,5-2 минуты до зарумянивания. Накрываем крышкой и готовим еще 1,5-2 минуты. Готовые оладушки выкладываем на бумажное полотенце. Из этой порции у меня получилось 10 вот таких, можно сказать, даже больших оладий. Сейчас я вам хочу показать, какие они у меня получились. Какие они вкусные, я вам передать не могу. Сюда обязательно нужно подать сметанку. Со сметаной они будут просто сказочные. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Была рада, что вы были со мной. Хорошего вам дня, бодрости и настроения. Всего доброго.